Т-64БМ «Булат» был принят на вооружение в 2005 году. Танк является модернизацией Т-64БВ и еще более старых Т-64Б. Машин такого типа после распада Советского Союза украинцам досталось в количестве 1564 единиц. Модернизацией занималось Харьковское конструкторское бюро. По задумке инженеров, машина должна была как минимум соответствовать уровню другого широко разрекламированного украинского танка. Это Т-84 «Оплот», но он оказался слишком дорогим. Модернизация Т-64 обходилась в 470 тысяч долларов, что в 4 раза дешевле. Причем он практически не уступает последней версии Т-84.